Вот это красота! Привет, мама ушла. Ну и так себе получились. Всех наказала. Они без телефона, без телевизора. О, то есть скелет у нас еще ходит до сих пор. Каролин, ты меня пугаешь. Ты меня пугаешь. Собираются в школу? У нас вообще-то обед. Да, это второй. Ну да. Это второй поход в школу. Не замерзнешь так? Кофточки, точно? Вообще-то сегодня не холодно. Так, Макс пойдет с вами. Девчонки отведут Макса в садик, а я потом заберу. Хорошо? Папа ушел уже на работу. Бонни. Бонь. Ты голодная, что ли? Ты только что пообедала. Брейк-данс, давай. Давай, танцуй брейк-данс. Сейчас буду влог монтировать, потом буду полы мыть. Ты до трех? Угу. До четырех? Маргарита до трех? Ты что, испортилась? Что-то она даже месяца не простояла, да? Ты мой хороший. Будешь хорошо себя вести? Давай, курточку одевай. Ты будешь куколку красить? Давай. Макияж сделаем. А потом себе? Нет. Себя не хочешь? Нет, только куклу. Да. Да, правильно. Нужно на кукле тренироваться сначала. У нее нет сейчас макияжа, чистенько все. Да. Угу. Ну давай. Начинай. У нее прическа красивая такая. Молодец. Визажист. Будущий визажист, да, Каролин? Да. Может, ты визажистом у нас будешь? Да. Визажистом будешь у нас. Будешь красить всех. 30 у нас есть время. Вот это красота! Ты себе голубые губы! О май гад! Это макияж на Хэллоуин? Да. Вот это да! Каролиночка, ты одна остаешься. Я побежала за Максом, потому что время уже 3 часа. Они уже сейчас будут выходить. Привет! Мама ушла. Я играю. И... Мама ушла Максу. Работает там. А? Мама работает. Пойдем, иди сюда. Пончика, мы делаем как зеленая. Ой. Котечка. Моя девочка, котечка. Будем резать. И готово. И там пришла Маргарита. Ну что, ребятки, я тут вот хотела что-то сделать. Хочу делать декорацию на Хэллоуин, и потому что он уже послезавтра. Вот, я тут хочу сделать паутину вот с этим. Так, теперь паутину. Я не знаю, как рисовать паутину. Это что такое? Я не знала, как рисовать паутину, ничего страшного. Что-то не получается. Думаешь, что она красивая будет? Не знаю. Надо рисовать, потом обвести. Сделаем паутину и потом еще пауков. Да. Так, все, они готовы. Сейчас мы будем снимать вот так. Вот. Ну и так себе получились. Смотрите. Вот. Операторы снимают тут сами. Я даже не знаю, что они тут снимают. Что ты там берешь? Посмотрите, как на улице темно. Представьте себе. Это наш... 5 часов. Да, и у нас сейчас 5 часов. И она вот сейчас идет на занятия. И вот так вот темно. Сейчас я выключу свет. Нет, 20. О! Вот как-то. Так, где-то 5:30 сейчас. И уже темно. Да. Я вообще-то полы мыла. Я совсем забыла, я же включила швабру.
и села ТикТок смотреть, вот так вот. ТикТок сядь смотреть, то у тебя, не знаю, весь день пролетит. Оторваться невозможно. Да, оторваться невозможно просто. Как залипнешь и все, это прям болезнь. Хотела полы помыть, включила и ушла ТикТок. Я ждала, пока она согреется. Она же нужно минут 5-6 ждать, пока вода согреется. И села в телефоне. Вот так вот. Прошло, наверное, минут 30. Я вспомнила, что мне полы мыть надо. Я вообще-то сегодня аромо хотела делать. Она хотела купаться. Нет. Все, пока. Осторожно. Что? А завтра какой? Завтра? Завтра уже 29. Нет. Нет, сегодня 29. Потом это не так сразу. И это. Мне не очень нравится. Так себе. Я буду блинчики печь сейчас. Маргарита еще не пришла. Время уже 7. Должна прийти через минут 5-10. Блинчики с печем. Я забыла убрать, теперь кисточка прилипла. А какой клей? Это клей прозрачный. Зачем ты прозрачный наливаешь? Ну тогда в воду, в горячую, горячей водой залей. Смотри! Смотри вообще! Горячей водой залей. Ой, они тут бумажки приклеились. Да? Они приклеились к бумажке. Маргоша пришла. Как дела? А мы тут блинчики жарим. В масках? Да ты что? Нужно заходить с маской, а потом уже снимать. Мы учительницы должны... В масках всегда быть. Угу. Если они тоже танцуют, то тогда нет. А вы без маски? Но... А сколько человек у вас? Ой. Много? Много. Да? Человек 20? И... И у каждого один матрасик. Бедный зайчик. Я сегодня всех четверых наказала. Всех наказала. Они без телефона, без телевизора, без планшета, без компьютера, без ничего вообще, без какого-либо гаджета. Потому что это вообще... Когда они сидят в телефонах, они не замечают даже, как время проходит, где вообще они находятся, с кем они находятся, ни с кем не общаются. И компьютер тоже. Забрала у Ксюши мышку, потому что если у нее нет мышки, то, естественно, она не включит игру. А то тоже как сядет играть со своими друзьями, все, ее не слышно, не видно. С мамой не общаются, как будто мамы и нет. Угу. Да, как ненормальные. Поэтому сейчас они без телефонов, без ничего. Всех наказала. Ксюша сегодня уже рисовала. Маргарита сейчас тоже вон рисовать будет. Макс с Каролиной в Лего играют. Вот и все. Так и должно быть. А не в телефонах сидеть целый день. Чем-то тоже можно заниматься. Давайте на стол накрывайте. Не надо. Не надо. Готовы почти, мне чуть осталось. Вон. Я лучше доделаю, потому что если я сейчас оставлю, потом я себя не заставлю допечь. Чуть-чуть осталось. У меня уже спина болит. Бонь, у меня спина болит. Все, давайте покушаем. Ой, как у меня спина болит. Спина болит. Уже годы берут свое. Мне раньше не болела так спина. Я вот сейчас сколько часов? Часа полтора, наверное, да, стояла, пекла. У меня поясница аж болит. Раньше у меня не болело. Я хочу нутеллу. А зачем тебе крепкий чай? Маргарит, ты что? Устала? Спать, сейчас спать пойдем. А завтра пойдем в садик. Кого ты лепишь, сидишь? Вот такое делаю. Кошечку? Да, ой. Маленькую мне нужно. Завтра вставать рано в 6. Не хочу идти в школу завтра. Хочу спать. Кто? Там киса.
Кто там будет? Кто там? Там киса. У нее только от одного названия киса уже это. Смотри. Кс. Где киса? Кс-кс-кс. Все. Ко мне. Место. 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 Все. Мама, у меня голова не горячая. Голова почему она должна быть горячая? Нет, нормальная. Бонни, иди сюда. Место. Бонни, место. 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 Все. Все, пошли. Поскакала. Все, спокойной ночи. Ну не работает, поломался. Что? Пульт? Нет, магнитный тоже не работает. Ну, значит, лента поломалась. А как? Ну, не работает, не переключается. Макс лежал у нас, ждал и уснул. Бедный. Нужно его переложить. Спит уже.